слушаем. Замечательно. Сейчас нам будет на нашей площадке руководитель студии восточного танца Амира, профессиональный исполнитель и постановщик восточного танца Дунаева Анна. Анна сама по профессии экономист. Ну, так сложилось, прошу, мне она сказала, что все-таки любит танец. Все время она занималась бальными танцами, и вот уже 13 лет, как существует студия восточного танца Амира. Вместе с мамой они поддерживают эту школу. И все-таки Аня поняла, что она не экономист, а больше любит танцы. Итак, встречайте Дунаева Анна. Настоящая восточная красавица. Родилась она в Баку, живет в Одессе, выступает в Днепропетровске. Агаева Юра.
сердце.